Всем привет! Появился новый снаф от индийской компании Six Photo. Новый в линейке премиальных снафов английского типа. Итак, Colonial Club. Что примечательно, теперь банка с крышкой на резьбе, и можно плотно закрыть и открыть, что удобно, в отличие от вакуумной упаковки, в которой просто крышка захлопывалась. И теперь можно точно и надежно закрыть, и также надежно открыть. Или наоборот, точно откроется и не откроется в самый неподходящий момент. Если открыть, то подует прекрасным легким цветочным ароматом, хотя и чувствуется мята, ментол, камфора еще есть и какие-то цветочные добавки, но не экзотические, а такие стандартные. Хотя снаф Colonial Club считается освежающим, ментоловым. Но травы и ментол уравновешены, хотя Colonial Club относится к освежающим снафам. Основа – классический табак рустика, выращенный на плантациях Средней Индии. Нюхается легко и является освежающим, и подойдет для всех любителей активных, освежающих, несухих снафов. Если открыть банку, то можно увидеть, что снаф среднего помола, коричневый и не сухой, а средней влажности. Можно посмотреть. Вот. Итак, сейчас попробуем. Подносим к носу, нюхаем. Очень приятно обдает ментолом и приятный цветочный аромат. Описание от производителя. Лучший клубный нюхательный табак, его ароматные цветочные нотки в сочетании с мятой камфорой поднимут вам настроение. Название Colonial Club дано в честь, были такие джентльменские клубы в эпоху колониализма. Там были игровые комнаты, курительные комнаты, бары, одним словом, такие мужские клубы по интересам. Они были, англичане основывали, и один из таких клубов можно увидеть в советском Шерлоке Холмса, «Охота на тигра». Только там в Англии, типа, мужской клуб по интересам, ну, наподобие. А на картинке, на самой этикетке Colonial Club изображен бенгальский клуб в Калькутте, который в 20 веке, и само фото оригинальное, это фото 1905 года. По категории снаф относится к английскому типу, ментоловым. По влажности, полувлажный, цвет светло-коричневый, состав табак рустика, камфора, мята, ментол. Но основной состав это мята и ментол. Мятно-ментоловый – это отличие всегда, если просто ментоловый, и мятно-ментоловый – это совсем другая разница. Упаковка – плоская банка по 30 грамм. Как я и сказал, это новая серия таких упаковок от Six Photo с резьбой на крышке, плотно завинчивающейся резьбой, очень удобно. Вот, в общем-то, и все о новом снафе Colonial Club. Пробуйте, не пожалеете. Подходит для всех любителей ментоловых снафов. И подписывайтесь на наш канал «Разный снаф». Ставьте лайки, пишите комментарии. Ответим на ваши вопросы. И до следующих обзоров. Пока!